Приветствую, зрители канала Айди! Сегодня мы решили снять для вас ролик из трех интересных завтраков. Они готовятся очень просто, но удивят и порадуют вашу семью. Для первого завтрака нам понадобится тонкий лаваш бездрожжевой, сыр, шпинат и грибы, репчатый лук, яйцо, сушеный чеснок и соль. Нам нужно порезать мелко репчатый лук, грибы и шпинат и обжарить это на растительном масле. Добавляем сушеный чеснок, немного, и солим. Теперь нам нужно вырезать ровный круг из лаваша. Следующий этап приготовления этого быстрого завтрака – разбиваем в сковороду яйцо. Теперь начинку выкладываем на наш подготовленный лаваш. Трем туда сыр, складываем и обжариваем на сковороде. Следующий рецепт будут, казалось бы, обычные бутерброды, но приготовлены они будут очень необычно. Для этого нам понадобится сыр для чизбургеров, хлеб для тостов, колбаса, сыр, яйцо, соль, итальянские травы и перц. Для начала нам нужно срезать корочки с хлеба. Сейчас нам надо раскатать хлеб в тонкий пластик. Следующим этапом нам нужно нарезать колбасу и сыр брусочками. Также нам нужно подготовить яйцо, в которое мы будем обмакивать наши чудо-бутерброды. Для этого мы просто разбиваем ее в миску. Может быть, это была бы она, если бы вы ее. Решила я, что яйцо будет гореть, если его не разбавить какой-то жидкостью. Можно разбавить водичкой, а можно добавить буквально 2 столовые ложки молока. Этот момент настал, мы будем собирать наши чудо-бутерброды. Для этого на каждый кладем пластик сыра, потом еще один сыр, потом колбасу и начинаем сворачивать рулет. Очень легко сворачивается и не разворачивается, кстати. Еще более ответственный момент, чем сворачивание рулетов. Обмакивание наших заготовочек в подготовленную яичную смесь. И сразу же на сковородочку. Вот кадр я придумала, снимая оператор. Следующий наш рецепт – сладкий. Это будут панкейки с ананасами и малиной. Для этого нам понадобится молоко, мука, яйцо для основы для панкейков, немного сахара, ананас, малина и еще мы приготовим очень вкусный малиновый соус. Для основы нам понадобится яйцо, мы его разобьем в миску, молоко, постепенно досыпаем муку до нужной консистенции, щепотку соли и разрыхлитель. Вот здесь у нас была замороженная малина. Она уже разморозилась, остались ягодки и много сока. Мы это все выливаем в сотейник. Здесь нам понадобится буквально 4 ягодки, самых красивых. Все остальное тоже можно вылить в сотейник. Добавить сахар и крахмал. Нам нужно с двух сторон обжарить ананас. И заливаем это все тестом для панкейка. Вот у нас сварился такой густой соус. Его теперь нужно протереть через сито. Вот так за короткое время из самых доступных продуктов мы приготовили 3 интересных завтрака. А у нас для вас очередной конкурс. Напишите в комментариях под этим видео, какие завтраки любят кушать ваши детки. А мы со своими детьми приготовим самые интересные рецепты в этой уютной кухне Академии кулинарии «Это просто». А вам подарим подарки. И я обещаю, будет вкусно!